Как весело провести выходные, об этом знают в университете ИТМО. Ну, меня пригласили, я решил, что все, что связано с моей будущей профессией, то есть журналистикой, это достаточно интересно, и можно сходить, послушать, узнать для себя что-то новое. В первую очередь мне хотелось узнать про новые методы продвижения статей и видеоконтента, ну и в принципе я получил здесь все, что я хотел. Получил даже немножко больше, касательно, например, такой платформы, как YouTube. Те спикеры, которые были, они и практики, это видно, и я получила практически какие-то замечания для себя. Хочется больше, одного дня мало. Может быть, расширить программу, добавить побольше интерактива между участниками, чтобы была возможность пообщаться с ними, узнать, кто откуда. Удачи! Самое главное, чтобы этот форум, наверное, расширял свои границы, чтобы это были не только студенты из вузов Санкт-Петербурга, но и чтобы это были другие ребята.